Сегодня 26 июля 2018 год. Мы с Анжелочкой приехали в этот парк. Это штат Вашингтон, недалеко от Сиэтла, от Олимпии. Классный парк, но нам уже не досталось места, где мы хотели бы запарковаться и где мы хотели бы сидеть в тени. Парк очень классный. В чем его особенность и почему мы приехали именно сюда сегодня? Потому что здесь это не озеро, это залив. Он соединяется с океаном. И здесь соленая вода. Ну что, много людей. Все отдыхают, загорают. Сегодня тепло. 94 градуса тепла здесь. Ну, в общем-то, как на море и как на океане. Отдых, купание. В этом месте вот купаются дети. Здесь вообще теплая вода. Ну, в общем-то, хорошо здесь. Так что здесь очень классно, красиво, тепло. Кругом слышится русская и украинская речь. Наших людей здесь много. Ну, прямо как на Черном море. Вода классная, теплая. Так что можно отдыхать, купаться, загорать. В общем-то, все здесь хорошо. Парк просто для отдыха, просто, ну, прекрасный, классный. Так что дети получают удовольствие. И главное, что здесь все тихо. И нету даже волн. Гладь и тишь, полный штиль. Так что вот такой вот шикарный пляж. Можно привозить лодочки и кататься. А можно настоящие лодки. Там мне понравился шикарный большой спуск. Притащить лодки или джетски и кататься здесь.
Так что вот так вот красиво здесь и прекрасно. А если кто любит в тенечке, пожалуйста, можно там вот остановиться, там есть столы, можно сидеть в тени, в прохладе, жарить шашлычки, кушать, отдыхать, купаться, потом снова выходить, отдыхать, загорать и снова купаться. Вот такой просто классный парк и просто шикарное, классное место. Нам, конечно, далековато сюда ехать. Поездка занимает где-то 2 часа с чем-то от нашего дома. Но есть смысл все равно сюда приезжать хотя бы один раз в год. Очень, очень хорошее место и очень хороший парк. Как я вам и говорил, что сюда можно привозить свою лодку или джетски и кататься. Здесь очень хороший и классный спуск для лодок. Ну а наш прекрасный отдых продолжается в таком прекрасном месте, в таком прекрасном парке. В заливе прилив. Вода подошла уже близко к берегу. А я когда-то купался вон там аж, когда приехал. А водичка уже здесь, у берега. Так что классно, мы жарим шашлыки из баранины, вкуснятина. Вот так мы остановились. Анжелочка, как настроение? Классное, да? Так что у нас тоже есть тень, у нас дерево, так что классно у нас здесь. Мы сидим прямо у воды. Сейчас покушаем. Я буду снова купаться. Мы приехали на этой машине. Что удобно, что она прямо рядом стоит с этим местом. Далеко не нужно таскать. Шашлычок жарится. И мы отдыхаем. С нами приехал сюда отдыхать Василий Яковлевич Бессмертный, которым... Василий Яковлевич, смотрите, 92 года, человек отдыхает. А как же? Читает книгу. Хижина дяди Тома. Помидорчики у нас. Смотрите, зелень всякая разная, фрукты, блубери. В общем-то, шикарный вид. И уже хочется кушать. И у нас уже практически готовые шашлыки из баранины. Так что всем нам приятного аппетита на таком фоне. Ну вот так вот сегодня мы отдыхаем. Красота, шашлычки, залив. Так что здесь можно либо так кататься, либо на такой маленькой лодочке получать тоже на каяке удовольствие. А можно вот так вот гонять на джетски. Смотрите, какой шикарный здесь спуск.
большая парковка для лодок, джетски, где можно будет спустить лодку или джетски на воду и запарковать трейлер. Вот как сейчас, смотрите, вытаскивают лодку. Очень хороший спуск на воду. Так что здесь все просто прекрасно. А приехали мы в этот парк с этой стороны. Вот это вот заезд с воротами. И все, конечно, здесь классно, как в Америке. За что я и люблю Америку. Чистота, красота, туалеты, навесы. Кругом, пожалуйста, грильницы. Можешь с собой не везти, а жарить там шашлыки или что-то другое. Столы кругом. Здесь тень, прохладненько, классно. Он, пожалуйста, катается на джетски. Красота просто. Ну что, парк очень хороший. Вот так приехать сюда на день, искупаться в морской соленой воде, позагорать, отдохнуть. Сегодня четверг, и все равно людей очень много, потому что лето, все сюда приезжают, отдыхают. А я представляю, что здесь творится в выходные дни. Так что парк очень классный. А можно приезжать на Орви. Ну вот такая вот здесь красота. Так что желающие погонять на джетски, просто здесь классно. Волн нету и красота. Thank you.
Время 4 часа вечера. А здесь по-прежнему классно. Люди отдыхают, загорают, купаются. Пляж полный отдыхающими. Ну все здесь хорошо. Вода теплая, морская. И главное, что очень чистая. Так что вот такой вот парк. Он, конечно, большой. Я постарался его снять с разных мест. Так что есть смысл сюда приезжать, отдыхать, загорать и получать удовольствие. Картошечка на весь экран вашего телевизора, телефона или компьютера. Смотрите, как необычно. Грильница такая большая, газовый баллон. И картошечка получается просто, ну, пальчики оближите. Вид шикарный. Так что приятного вам аппетита, молодые люди. И все это происходит в таком шикарном, просто прекрасном парке. Смотрите, какая красота. Можно вот так вот плавать на каяках, получать удовольствие. Ой, здесь тенечек такой. Мы так провели здесь хорошо день. Володь, да. Смотрите, какая чудная у нас встреча состоялась. Мы встретились с Владимиром Модиным. Красота неописуема. Ну скажи, как тебе нравится в этом парке? Здесь, я помню, думаю, что здесь лучше всего, чем ехать на холодный океан 2 часа, так за 2 часа я сюда доехал. Все правильно. Да. Так океан, смотри, здесь залив теплый. Океан, там ноги только засунешь, уже все, выскакиваешь. А здесь ты плаваешь и купаешься. Вот сюда люди добрые приезжают и отдыхают. Ну вот такое вот прекрасное у нас сегодня было место. И вот это вот небольшое дерево, оно дало нам тень. И над этими столиками тенечек, ветерочек, ну шикарно. И мы, конечно же, прощаемся с этим парком и уезжаем. Мы возвращаемся домой и практически уже приехали в свой родной город. От того места, где мы были и купались, и проводили прекрасное время с Анжелочкой. 130 майлов до нашего города. 90 майлов мы ехали по пятерке, по фривею. И 40 майлов по 101-му хайвею. Так что 130 майлов от нашего дома. Но мы не жалеем, у нас прекрасно прошел день.
репортаж уже идет к концу. И как всегда с вами был, и вы меня уже узнали по голосу, ваш журналист Дон Пабло. Я с вами, и до следующих репортажей.